Забрались две курицы. Думаю, кто мне тут долбится все? Выглядываю со второго этажа, а там Маська в крыше, видимо, птички залетают. Она туда лапами лезет. Скорее всего, там у птичек, наверное, гнездо. И вот уже Муся следом за ней поднялась, две обезьяны. А теперь им и не слезть, лестница высокая. Давайте слазьте. Кс-кс-кс-кс. Муся, Муся, Мася. Ну все, прилипли девки. Сейчас одна походу вторую скинет. Маська как обезьянка. Мася! Масенька! Ой, я не могу над ними, две дуры. Муся, слазь вниз давай. Слезай. Вот умничка, давай потихоньку. Сейчас походу грохнется. Я за ними туда не полезу. А то меня еще накроют этой лестницей. Так. Еще на одну ступеньку стала ниже. Куда полезла-то? Ой. Мусенька, давай, слезай, слезай потихоньку. А зачем туда залазила? Так, одна спрыгнула, вторая. Куда полезла, Мася? Мне тебе не помочь никак. Сейчас нитку порвет, обезьяна. Пойдешь домой? Или гулять будешь? Маська. Мася. Делает вид, что меня не замечает. Пошли домой. Не пойдет она домой. Скажи, а гулять буду. Что дома это делать? В окно, что ли, сидеть смотреть? На улице и то лучше. Можно по лестницам полазить. По крышам, по чердакам, по сарайкам и так далее. Сегодня я хочу приготовить гороховый суп из тушенки. В кипящую воду добавляю соль, опускаю в кастрюлю горох. Я его уже заранее промыла в воде. Пока горох варится, я подготовила картофель. Горох сварился, теперь опускаю картофель и буду варить до полной готовности картофеля. Беру передобренное сало. Сейчас я по максимуму стараюсь использовать свое натуральное, поэтому все зажарки, поджарки я жарю на своем домашнем перетопленном сале. В отличие от покупного масла, тут все натуральное. Беру тушеночку, которую приготовила вчера. Эх, плотно сидит мяско. Без второй руки никак не обойтись. Мне необходимо размять кусочки мяса вилкой, чтобы они были поменьше.
разобрать на волокна. Это у меня мясо козла. Очень прекрасная тушенка из козлятины. Нам она очень нравится, очень вкусная. Из всех видов мяса, что мы делали свою домашнюю тушенку, самое вкусное для нас это как раз таки из козлятины. Просто пушка-бомба. У меня все сварилось. Горох, картошка готовы. Я добавила туда уже зажарку. И теперь добавляю самый главный ингредиент. Это тушенка из козлятины. Следом добавляю лавровый лист и черный перец горошком. Варю 3-5 минут. В конце добавляю зелень, у меня замороженный укроп. Ну вот и готов мой супчик. Ароматный, наваристый и очень-очень вкусный. Всем, кто сейчас кушает, я желаю приятного аппетита. Всем привет! У нас сегодня 17 марта. Вот так уже оттаяли наши тропинки. Снег хорошо так подсъело. Но сейчас у нас дождь идет. На улице тепло, хорошо, но пасмурно. До этого было солнечно все эти дни. Где-то у нас местами дождь проходил, так что снег вот хорошо подъело. Прям на глазах уходит. У меня уже полезли тюльпанчики. Вот они, красненькие. Кончики торчат, листочки. Где-то тут еще видела. Вот. Вот тут цветочки тоже лезут. Ну, плохо видно. В общем, потихонечку природа просыпается, оживает. Вон цветочки. Блин, как это здорово, когда только все начинается. Планов куча, громадье. Вот. Доски посмотреть, открылись, тут не открылись. Бомжатина наша еще не совсем открылась, но можно уже верхние начинать пилить, перепиливать на дрова, что-то в топку, в общем, наводить порядки. Сейчас снег окончательно сойдет, и уже будем работать. Я уже дождаться не могу. Так, руки мои уже чешутся. У меня в планах надо еще будет помыть обязательно теплицу. Вот, по весне, осенью не сделала, буду мыть сейчас, вот потеплее будет, и обязательно все помою теплицу. Пришла в теплицу, говорю же, руки чешутся уже, все. У меня здесь сидит земляника, это сорт Руяна, я ее выращивала из семян. Такая вот земляничка, в прошлом году она мне плодоносила до поздней осени. Сегодня какие-то празднования идут в городе. Песни поют. Вот. Какой-то концерт праздничный. Приперлась я с секатором. Здесь еще теплее, чем на улице, конечно же. Вот. Поэтому хочу сейчас свою земляничку привести в порядок. Обрезать пожухлые листья. Старые, прошлогодние. Сейчас возьму одно ведерочко. Буду сюда листья собирать, а потом отнесу козленьки. Козленьки вкусняшек. В общем, сейчас хочу все обрезать и привести в порядочек. Все теперь лысенькое, голенькое. Все отчекрыжило. Там на улице такой дождь сильно начался. А это вон козленьки, сколько вкусняшек сейчас понесу. Вот. Компаньонша. Без нее никуда. Так, вы сейчас домой? Паучков. Паучков много уже здесь проснулось. Ну, идите домой, я пошла козлу. А вкусняшек дам и тоже пойду домой. Так, вода еще не ушла, да. Забирай эту морковку домой. Все, давайте, я потом подойду попозже.
сколько. Ничего не пропадает у нас в хозяйстве. Сейчас это все пустим в еду, в корм, во вкусняшки. Ой, как вкусненько. Что такое, что? Говорунья. Беляшка, вкусненько тебе? Вкусненько. Вот. Вот так вот утилизируются у нас сорняки и лишние ненужные растения. Ай, вкуснятина. Так, сижу, занимаюсь мелкой моторикой рук. В общем, купила одноразовые вот такие вот контейнеры. Покупаем в Светофоре вот такую томатную пасту. Нам она очень нравится, хорошая, натуральная и по вкусу хорошая. Но баночка литровая, и она у нас быстро начинает плесневеть. В прошлые разы я наливала сверху масло, но как бы особо и не помогало, все равно плесневело. В общем, решила расфасовать ее вот по таким контейнерам. И эти контейнеры уберу в заморозку. И при первой необходимости, когда нужно будет использовать, когда мне понадобится томатная паста, достаешь контейнер с разморозочки и добавляешь в супчик, в пережарочку, в зажарочку. Можно, кстати, делать томатный сок из этой пасты. Мы пробовали. Получается очень даже очень вкусненько. Вот. Так что такой вот я сейчас работкой сижу, занимаюсь. Вот у меня получилось 1, 2, 3, 4. 4 на 3, 12 контейнеров с томатной пастой. Thank you.